В прошлой передаче я рассказывала о движении «Флюксус». В этой у меня есть возможность познакомить вас с нашими собственными архивными съемками инсталляций Петера Фогеля, тесно примыкавшего к движению «Флюксус» во Фрайбурге. Как и все «Флюксусы», он работал с инсталляцией, звуком и интермедиа. Сегодня мы покажем вам последнюю, третью из программ, посвященных Фрайбургу, городу современного искусства. После краткой прогулки вы сможете подробно рассмотреть знаменитые аудиоскульптуры Петера Фогеля. Петер Фогель начал работать с аудиоскульптурами в 1969 году. Это без малого 30 лет. По времени, как вы видите, это совпадает с началом всеобщей компьютеризации. Но сам принцип Фогель как инженер и художник стал разрабатывать в совершенно специфическом направлении. Его объекты, снабженные света и теплодатчиками, реагируют на движение либо приближение. Изящные, деликатные строения в своей конструкции точно соответствуют своему назначению. На экспозиции вы сможете увидеть планер, мельницу, курочку, нотный стан. Руки у меня перед камерой. Собака. Не работает. Где я нервничаю, что я не знаю? Почему ты давай, где мне там шутку?
С выставкой Петера Фогеля мы имели возможность ознакомиться в Шнайдер Галерии. Наш собеседник господин Шнайдер. Элизабет Шнайдер Стифтунг. Это не галерея, но фундация. Главная цель Элизабет Шнайдер Стифтунг, Элизабет Шнайдер Фундации – это содействие, способствование, поддержка современного искусства в тех формах, которые еще только появляются и не могут развиваться самостоятельно, так как не являются коммерческими и не могут продаваться в обычных галереях. Мы работаем, наш интерес также в области новой музыки. Эта выставка идеально укладывается в сферу интереса нашей передачи «Ситуация Уты» – синтетическое музыкально-пластического искусства. Да, мы поддерживаем современную музыку, предоставляя помещение для репетиций и концертов. Участвуем в ассоциации поддержки новой музыки, поддержки пластических искусств и живописи, как-то выставки, каталоги и стипендии. Мы устанавливаем ежегодно 2 стипендии. Но у вас, наверное, много предложений. Каким критерием руководствуетесь вы при отборе претендентов? Я довольно хорошо и долго знаком с большим количеством художников Центральной Европы лично. Также лично знаком с директорами ряда музеев, с ведущими арт-критиками Германии. Я обязательно посещаю все кунст-мессы, европейские ярмарки и большие выставки Европы. Но всегда мой выбор, конечно, субъективен. Мы существуем с 1980 года и только за свои деньги. Почему вы этим занимаетесь? Человек может иметь люксусный дом. Господин Шнайдер употребил такой термин, такое понятие – люксусный дом. Может иметь шикарную машину. А мы поддерживаем искусство. Так человек может освещать свою жизнь. На концерте ансамбля «Авантюр» были не только молодые, но в большинстве это люди в возрасте, отличающиеся благородной внешностью. Современная музыка все еще далека от широкого употребления, но новая музыка существует не для профессоров консерватории или самих музыкантов. Ей должно быть место в нашей жизни. И это не проблема, что современная музыка далека от широкого потребления. Молодые люди ведь тоже посещают концерты Neue Musik. Это просто развитие самой музыки, что всегда было возможно лишь при поддержке меценатов. Расположенная в особняке в самом центре Фрайбурга, окруженная ухоженным парком, галерея является местом проведения концертов современной академической музыки, так называемой Neue Musik, и репетиции ансамбля «Авантюр». Мы хотим обратить ваше внимание на то, что аудиоскульптуры Петера Фогеля реагируют на ваше движение, на ваше тепло, иногда, возможно, если оно достаточное, производя каждый раз иную вашу музыку. Thank you.
При посредстве аудиоскульптур совместно с аудиоскульптурами вы можете создавать свое музыкальное полотно. Время от времени проходят специальные подготовленные музыкальные перформансы. Интересным собеседником и приятным человеком оказался бургомистр культуры Фрайбурга господин Крапф. Окна вашего кабинета выходят на Мюнстерское аббатство, и ежедневно глядя на них, наверное, думается в первую очередь о славном прошлом. Однако мне хотелось бы поговорить о состоянии современного искусства. Собор всегда напоминает мне о том, что он строился, достраивался, реконструировался во времени, а не возник одномоментно. И сейчас ведутся реставраторские работы. Этот собор как послание, сообщение, месседж из прошлого своим потомкам. Но современное искусство, музыка, литература — это наши реальности. И своеобразным тестом работы официального лица от культуры всегда является состояние, положение именно современного искусства. Так легко и приятно выделять деньги искусству прошлого или фольклору. Это пристойно, достойно. Но если ты отвечаешь за культуру своего времени и своего города, приходится много работать, многим интересоваться, во многом разбираться самому, консультироваться со специалистами и экспертами. Потому мы регулярно проводим теоретические конференции, фестивали, творческие рабочие встречи. Отвечать на запрос времени, чувствовать ситуацию — это ответственность. Но видеть, как нечто появляется, развивается, а потом реализовывается, это приносит удовлетворение за выполненную работу и удовольствие.